якраз хотіли запитати якісь оновлені дані, подробиці з приводу цього просто тероризму посеред білого дня. Это 28-летний, по одним данным, 26-летний, по другим данным, араб из Восточного Иерусалима. У него есть израильское гражданство. После нескольких часов поисков, когда был введен в действие, есть у наших спецслужб такой протокол действий, называется «Скороварка». Вот, звучит несерьезно, но на самом деле это такое вот, создается герметичное пространство, внутри которого там находится террорист, и такое постоянно повышается давление, в общем, как в скороварке, и в итоге его пытаются вынудить сдаться, что, в общем, и произошло. Он сам приехал в полицию на такси, причем с оружием, сдал оружие и сдался сам. Пане Сергію, чи часті випадки ось такого відвертого тероризму, так, нічим абсолютно не викликаного, і чи легалізована, до речі, вогнепальна зброя в Ізраїлі? Я першу частину питання немножко не зрозумів. Чи часті випадки подібні ось такого тероризму, і наскільки часто трапляються? Ну, всю історію Ізраїля вони тут трапляються без кінця і краю. Вот. Просто в останнє время був некий період затишья, вот. А зараз вот знову, значить, це произошло. Вот. У нас вообще такая началась проблема у спецслужб с террором так называемых, это называется там на иврите террор одиноких волков. Это вот когда террорист-одиночка, который сам себе там планирует теракт, вот, иногда совершает его спонтанно, вот он хватает нож, бежит на улицу и начинает там кого-нибудь резать. Такие теракты невозможно предотвратить, в принципе, только случайно. Вот, в данном случае у него было огнестрельное оружие, но вообще Восточный Иерусалим – место такое. Вообще арабский сектор в Израиле, он очень насыщен оружием, поэтому где он там его взял, еще будут выяснять, но вот как-то проглядели. Что касается легализации оружия, нет, у нас нет как бы такого всеобщего права на ношение оружия. У нас очень ограниченные категории граждан имеют право на ношение оружия.